Ну и устричный соус, пожалуйста, литровая баклажка, всего за 30 бат. До 67 года, то есть срок годности хороший. Такой я точно не видел ни в каком супермаркете. Только здесь вот сейчас, вот первый раз вижу. С марихуаной вот эти различные. Их много-много в том году было, их сейчас мало осталось. Всем добрый день. Мы опять приехали в наш любимый магазин. Он находится южнее Паттайи, недалеко от аэропорта Утапао. По этой дороге мы едем на пляж танцующей девушки. Магазинчик такой невзрачный, но продают там очень интересные, недорогие вещи, именно для тайских жителей. Туристов здесь нету, но, соответственно, здесь все немножко по-другому. Вот здесь нас встречает полки с кофе. Вот, например, вот это хорошее кофе, три в одном, растворимое, сублимированное. 135 бат стоит, здесь 200 грамм. Сколько в магазине стоит, я не знаю, но явно дороже. Ну и внизу различные вот маленькие упаковочки кофе. Берди вот продают 3 в одном, по 5 бат за штучку. Вот трио хорошее кофе. Сколько здесь пакетиков 3 в одном? 27. Да, 27 пакетиков, пожалуйста. 115 бат всего. Вот такое кофе вот мы не видели никогда в магазинах. А вот это вообще классное кофе. Здесь 20 пакетиков получается. 20 пакетиков, 110 бат. 3 в одном. 5 видов здесь, ну, микс. Это упаковка, микс вкусов. Там эспрессо всякий, капучино, мока. Вот. Классное кофе. Так, по акции вот можно макону купить за 220 бат. Так, это что такое у нас? Ну, тоже типа шоколад, наверное, какой-то холодный. Вот магазин, видите, какой большой. Нести, что такое? Нести, Нести тоже какой-то напиток. Нестле, вернее, Несвита. Ну, что-то такое травяное. Честно, я вот первый раз это вижу, поэтому понятия не имею, что это. Так, на вид смотрю. Вот этот 115 бат стоит. Но там тоже какие-то пакетики. Я так понимаю, вот такие. Ну, поменьше есть. 52 бата стоит. Так, черный перец. Так, а вот есть кокосовый сахар, смотрите. 50 бат стоит, здесь килограмм. Блин, ну он тяжелый. Плотность у него какая. Пакетик такой. Так, а что, карамельный сахар, да? Карамель, гранулир, шугар. Ну, прикольно. 40 бат стоит. Жареный сахар, что ли? Скорее всего. Это у нас... А это натуральный коричневый сахар. 25 бат стоит. 500 грамм там. Вот видите, какие интересные вещи. Так, это у нас... Это у нас глютамат. Вот это что у нас. Вот еще кофейные напитки. Это какао уже пошло для детей. А вот чай, кстати, чай, смотрите. 20 бат. Ого! Я думал, одна упаковка. Это 20 бат, нет. Но ну, все-таки одна, наверное, стоит. Я не думаю, что это 5 штук 20 бат стоит. Это было бы прям замечательно. Да, это одна стоит. А эти 30 бат. Кстати, такой чай мы тоже привозили. Он вкусный. Так, вот. Макрель в томатном соусе. Дома килька у нас популярна в томатном соусе. А здесь вот ставрида, макрель. 190 бат стоит. 10 баночек. Ну, наверное, дешевле есть какие-то варианты. Вот это вот, например. А, это то же самое, да? 190 бат. Ну, получается 19 бат упаковка. А, в смысле, баночка одна. Вот по 170 есть. Я, кстати, рассказывал в роликах своих, что мне нравится вот эта рыба, я ее беру. Она вкусная. Вот такая приправа. Мы тоже берем домой ее. Именно вот этой фирмы. Вот это 25 бат стоит пакетик. Тоже очень классная. Кстати, советую.
Это вот такой приправ мы не брали. Это что-то черненькое там, соевое, наверное. 30 бат стоит. Кстати, надо попробовать. Наверное, мы такую купим домой. Вот личи в собственном соку. Это у нас кокосовый, наверное, ну, внутренности кокоса, как она называется. Мякоть кокоса. 59 бат, 69 бат личи стоит. Большая банка. 565 грамм. А вот по 65 бат личи есть. Мы тоже что-то такое брали подобное. Но личи, кстати, вкусные. Личи можно взять. Насчет вот этой кокосовой штучки сомневаюсь, а вот личи вкусная. Лапша вот эта вот, если ее купить и найти не острую, что очень тяжело сделать, в основном она вся острая. Вот в таких банках лапша, блин, она прям вкусная. Она в пакетиках еще есть, но в банках почему-то она интереснее. А вот еще интересная вещь, кстати. Это у нас идет быстро, как он называется, суп быстрого приготовления. То есть заливаем кипятком. И все, и через 5 минут у вас готовый суп. Туда можно там зелень добавить, что-то такое. Вот 120 бат стоит 10 пакетиков. То есть один пакетик получается 12 бат. Либо уже готовый взять вот такой вот и заварить прям в баночке за 19 бат. Я беру такое. Мне нравится, я время от времени это делаю. Также каши можно, вот каши тыквенные всякие различные взять. Вот это морковная, я так понимаю, морковка нарисована, 15 бат стоит. Вот это тыквенная каша, 12 бат стоит. Тоже кипятком залили, и все, и кашка готова. Такую я тоже брал, тоже вкусная, мне понравилось. Так, крупы различные тут, не так сильно интересно. Фасоль, это у нас маш. Это у нас что? Это на горох похоже, но это, скорее всего, не горох. Вот. Темпура, кстати, настоящая. 18 бат стоит. Темпура — это то, что в чем обваливают ножки куриные в KFC. Вот это темпура называется. Мы тоже ее покупали. Вот 18 бат маленькая упаковка. И 30 бат, вот она большая упаковка. Вот она тоже темпура. Вот такая вот прикольная штука. Масло. Но это не масло, это, скорее всего, маргарин, наверное, да? Спред какой-то. Опять же, я не знаю, потому что мы это не брали. А тут в основном все по тайскому. На тайском написано, на этих продуктах, потому что, повторюсь, магазин для местных жителей 47 бат стоит. Макарошки. Смотрите, за 45 бат можно взять 200 грамм. Ну, выглядит вполне себе. За 49 бат можно взять макарошки. Тут сколько грамм? Блин, 500, наверное, потому что-то я не вижу. Большая упаковка. Спагетти. 59 бат. Пожалуйста. Тоненькие. Ой, тоненькие такие, прикольные. Ну и рисовая лапша, или это фунчоза, что-то такое. Так, Double Dragon Brand Вермишель Бин. Бин вермишель. Это, наверное, фунчоза. 40 грамм. Вот 10 бат всего стоит. А 80 грамм 15 бат стоит. То, что дома стоит, не знаю, как у вас. У нас как маленький самолетик. Джемы, кстати, вот. Как Махеев, да, эти стаканчики. Только стаканчик здесь с ручкой. То есть мы тоже такой домой привозили. И у нас там пару стаканов дома стоит. Ананасовый джем в Таиланде — это, блин, это вещь. Ну, как по мне, так просто вещь. То есть апельсиновый даже, казалось бы, да, экзотический там, или вот микс. Ну, вкусно, но вот ананасовый. Ну и устричный соус, пожалуйста, литровая баклажка, всего за 30 бат. Если что, тоже советую взять домой, привезти. Так, чили-паста, самая популярная штука, которую мы тоже привозим домой. Смотрите, 35 бат, пожалуйста, до 25 года. Маленькая баночка. И побольше баночка, 59 бат. Это хорошая цена. Ну, или вот такой в белой баночке, более популярно, вот, женщина там нарисована, видать,
ну, ее рецептура, скорее всего. Ну, вот такие белые баночки мы брали, тоже 35 бат стоит. Советую. А вот еще смотрите, какая чили-паста появилась. Такой не было. Блин, она стеклянная. Думал, пластиковая. Сразу хотел взять. Она с чесноком. Так и стоит. 67 бат, да? Правильно, если я понимаю эту наклейку правильно, то 67 бат она стоит. А, нет, неправильно я понимаю наклейку. Это до 67 года. Стоит она 36 бат. Всего лишь. Всего лишь 36 бат. Слушайте, вот сверху цена написана. А 67, да, это срок годности. До 67 года. То есть срок годности хороший. Вот еще какая-то чили-паста за 57 бат. Ну, выглядит прям бодро. Бодро выглядит. То есть, наверное, такая огонь-огонь в прямом смысле. Вот такой соус хороший в пластике. Мы тоже домой брали. 35 бат стоит. Типа что-то кобры. Кобры домашние. Вот соус прикольный. Это, ну, я так понимаю, или либо соус, либо масло какое-то за 7 бат. Там внутри чеснок плавает. А за 25 бат это маринованный имбирь. А, это, наверное, маринованный чеснок. Потому что вот это маринованный имбирь. Пожалуйста, 25 бат. Кто любит, спокойненько покупаем, приезжаем. Так. Кокосовое молоко 25 бат и большая упаковка за 40. Тоже, кстати, нормальная вполне себе цена. Вот за 67 бат литровая упаковка, за 65 бат есть вот литровая упаковка. Ну, хорошая цена, смотрите какая. Какая приятная упаковочка. Такой я точно не видел ни в каком супермаркете. Только здесь вот сейчас вот первый раз вижу. Ну и огромное разнообразие соусов различных. Рыбные, устричные, соевые. Вот. Домой, опять же повторюсь, мы берем то, что... Блин, вот это стекло. Стекле мы точно не возьмем. 39 бат хотя стоит. Но я думаю, вот такой мы в этот раз домой возьмем. За 30 бат литровую упаковку. Потому что он дома на ура просто уходит. Везде прям добавляем. Нам очень нравится его консистенция, вкус. Очень хороший соус. И тут холодильник. Алкогольные напитки различные. И не алкогольные. Вот по 10 бат мы брали вот такой вот. Вот такие напитки. Кокосовые, ромашковые. Очень сладкие, но вкусные. Кстати, вот популярные напитки в том году были, которые с марихуаной, вот эти различные, их много-много в том году было, их сейчас мало осталось. Наверное, не столь популярные они стали, как сказать, ажиотажа никакого не случилось. Но иногда вот попадаются вот по 20 бат вот такие, ну там ничего особенного нет, мы в прошлом году всякие пробовали. Ну лимонад как лимонад, даже привкуса нет. Вот такую водичку в маленькой баночке я бы купил. Не знаю зачем, но мне баночка почему-то понравилась. Кстати, энергетика М150 по 110 бат здесь можно взять. Это большая упаковка получается. Вернее, большая бутылочка 150 мл. 12 бат в магазине одна стоит. Но экономия 10%, как ни крути. Вот это хороший энергетик вот по 100 бат, который. Он прям травяной-травяной. Вкус у него очень приятный. Мы такой покупали. Так, ну тут что-то детское, печеньки различные. Сейчас что-нибудь интересное, если найдем. По цене хотя бы. Так, что я вижу, что я вижу. Ничего я не вижу интересного. Все стандартное. Чокопай, кексики, нори сушеные. Цены нету. Цены нету. Так, эти как их? Вот и, господи, как они называются? Чипсы. Что я не ем такое. Даже забыл, как называется. А, вот что-нибудь для детей интересное можно купить. Сладости такие вот. В виде машинки, да? Сколько она стоит? 5 бат, наверное, не больше. Да, тоже цены нету. Там на кассе, если что, говорят. Кстати, тайцы, я заметил, они не заморачиваются. Цены нету, они взяли, пошли, им на кассе сказали, вот столько-то. Они раз отдали, да и все. Вот 12 бат какие-то трубочки. Прикольные. Детям, наверное, понравится. Вот миньончики. С прилипшими к голове конфетками. Или это что, конфетки антигравитационные, да?
потому что они вверху у него. Нет, они просто прилипли. А вот эти внизу конфетки. Прикольный миньон. Вот такие штуки мне нравятся. Мармеладки такие маленькие. Я тоже как иногда себя балую, беру. Вот шоколадные какие-то. А, смотрите, там белый, темный шоколад и внутри типа M&M's. Ну, тоже, наверное, для детишек прикольно. Да, вот они, вот эти Япи, Юпи. Вот кола я брал и пицца. Но пицца, конечно, она, ну, реально пицца. Как пицца сделана, вот так вот. Вот. Мы как бы привозили ребенку, у нас ребенок взрослый. Но он и то, типа, как сказать, такой, о, прикольная штука. Ну, и я тоже пробовал. Вкусные такие мармеладки. Так, жвачки различные. А, это холс, это не жвачки. Вот эти конфеты вкусные. Молочные, 45 бат стоят. А, нет, это не молочные, это, наоборот, минт. С ментолом, который. Так, для профилактики можно взять. Кстати, дезодоранты вот такие мы, я покупаю, тайские, топ-кантри, которые называются. И вот такие пробовал, Тиара. Вполне себе нормальные дезодоранты. Вот этот 25 бат стоит, этот 49. Ну, это, наверное, бренд такой покруче. Женский вот есть. Чисто тайская тема. 25 бат. В том году они стоили 20, по-моему. И по 29 вот какие-то новенькие тут появились. Тоже нормальная цена. Так, кристаллы по 45 бат. Ну, кристаллов хватает там на 100 лет. Вот какие-то еще по 35 бат дезодоранты. Вот по 29. Типа Нивея что-то. Нивея по 49. Маленькие дезодоранты. Мужские по 49, Нивея. Вот такие дорожные дезодоранты. Мы тоже брали, ну, как бы в поезд там куда-то, в самолет. 25 бат. Ну, иногда выручают. Летом особенно где-то едешь. Дорожный вариант. Очень интересный. Так, мыло, 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 мыло. Ну-ка, меня интересует мыло. Вот, например, мыло. Смотрите. 6 упаковок, 168 бат. 6 кусков мыла. Грубо говоря, на подарок 6 кусков мыла можно привезти. Тамариндовое, тем более, оно прям, ну, нормальное мыло. Точно такое же. Но я тоже точно так же понимаю, что тоже стоит оно так же, но еще оно и с козьим молоком. Вот тут коза нарисована и написано тамаринд и козье молоко. Интересно. Так, о, кокосовое масло. 79 бат маленькое, 42 бата вот такое. Что-то там еще. А, ну это осадок уже, похоже. В принципе, наверное, так и должно быть. Вот по 95 бат. Бутылочка маленькая. Не знаю, чем отличаются. Скорее всего, да, бренды разные. Так, вот мыло вместе с виходкой. Тоже на подарок. Прям вещь очень хорошая. 45 бат всего стоит. Смотрите. Ну, различные. Вон оно. Желтенькая упаковка с имбирем, я смотрю, есть. Вот такие поодиночке мыло. Ого, нифига коробка какая большая. Сколько тут грамм? 100 грамм. Блин, это я, наверное, себе такое возьму. Кстати, смотрите, есть какое мыло. А? С мангостиновое. 39 бат стоит. Да, это я себе такое возьму. До 28 года. Годен. А это с чем у нас? Ну, тоже какой-то фрукт. Я забыл, кстати, как он называется. Так, Танака Кул. Танака Кул. Я тоже не понимаю, что это, но выглядит, конечно, прикольно. Так, а вот мыло попугай Парот. Цены нету, но это мое самое. А, нет, есть цена. Вот она, блин. Так мелко слилась. 65 бат. 65 бат, 5 больших кусков. Это недорого, потому что в магазине продают... А, вот оно, смотрите. 12 бат, а в Севане, если не ошибаюсь, 18 бат стоит. Вот такое.
Либо такое 18 бат стоит. Я вот теперь уже сомневаюсь. Потому что оно есть 100 грамм мыла, парад, а есть 70 грамм. Ну, в общем, как ни крути, блин, как оно пахнет. Как ни крути, а все равно получается здесь немного дешевле. Поэтому, как бы советую. Вот такой наборчик еще. Тоже тут 6, 138 бат. 6 кусков мыла в красивых таких вот коробочках нестандартной формы. Ну, на подарок тоже. Я считаю, что прям идеальный вариант, если что. Так, здесь пошла мыломойка у нас. Жидкость для мытья посуды, еще что-то. И вот эта вот вещь, я тоже думаю, блин, что такое прикольное в такой красивой баночке. Это отбеливатель. 30 бат стоит. Актуально, кстати. Так, мистер Мускул. О, 45 бат. Это что у нас? Это для мытья пола. Так, шампуньки для собак нам не интересны тоже. Но они здесь есть. Зубная паста. Так, это что? Colgate. 45 бат с солью. Colgate зеленый. 39 бат. Маленький Colgate. 15 бат. О, вот эту пасту не советую покупать. 16 бат маленькая. Очень сильно она травяная, и 49 бат, большая упаковка. Кому-то привезти на подарок так, а вот это вот тут две, ну да, две штуки, 99 бат. Кому-то на подарок привезти можно, но самим не советую она, ну, не знаю, она вообще какая-то очень сильно хербал, и после нее просто пропадают вкусовые какие-то ощущения. Так, вот система, кстати, это вещь. Какая бы она ни была и где бы она ни была. 27 бат. Это вот в такой розовой упаковке. Это у нас... Так. Так, это вишневая черри. Вот она классная. Дарли. Тоже классная паста. 32 бата вот стоит. Вот такая упаковка. 80 грамм. Дарли — это тоже очень хорошая паста. Советую покупать ее прямо домой. И советую покупать в таких двойных упаковках. Получается гораздо выгоднее. Вот 119 бат стоит две штучки по 100 грамм, наверное, да? По 150 даже, да, тяжелая. Это хорошая паста. Вот такую вот тоже не знаю, не пробовали. Отбеливающая Oral-B есть. Вот такая отбеливающая для курильщиков. И вот такую пасту я тоже вижу первый раз. 155 бат она стоит. Смайл. А, ну да, тоже она отбеливающая. Не знаю, нормальная цена, ненормальная. Но паста, наверное, хорошая. Вот зубной порошок есть. До сих пор они продают. Тоже типа отбеливающий. Тут вот написано кофе, чай, сигареты. Так, ну и детские пасты есть вот такие вот красивые. Марвеловские всякие. Или просто обычные. О, смотрите, фруктовые какие-то. Блин, я бы такой сам взял попробовать. Что, в детстве были пасты? Блин, они мне нравились. О, клубничная паста. О, прикол. Прикольно, прикольно. Так, что тут еще есть? Тут что-то детское уже пошло. И мед. А еще на входе тут стоят акционные товары. Вот, например, кофе мы взяли, да? Три баночки за 30 бат. А в магазине баночка стоит 15 бат. Всегда здесь есть вот эти акции, не проходите мимо. Вот такой набор, 2 кофе и 8 напитков, 85 бат всего. Так, масло различное подсолнечное. Так, у нас тут еще крупы пошли, да? О, давайте тут еще быстренько глянем, что они тут продают. Туалетную бумагу они тут продают по 47 бат. Или это полотенце? Towels. Так, это полотенце, 47 бат. А бумажка, наверное, она... Вот здесь, а, да? Ну вот, в любом случае, да, это бумага. Вот, 85 бат, 8 штук. Ну, нормальный ценник, кстати, за 8 штук-то. Это чуть-чуть больше 10 бат получается. Вообще отличная цена. Так, ну тут
для девочек штучки всякие. И салфетки пошли, да? А, ну вот эти по акции, вот они. Вот-вот, 23 бата, кстати, смотрите, какой набор для детей. Соки. 4 таких тетрапакета маленьких. 23 бата всего стоит. А 33 бата тетрапакета, это что у нас такое? А, ну это то же самое, только чуть-чуть побольше объем. Нормальная цена. Соевое молоко вот 38, 38, 38, 38. Соевое молоко я не люблю. А вот с шоколадом соевое молоко вполне себе нормальное. Так, это чай различный. Напитки тоже вот, с медом, с лимоном всякие, клубничные. О, вот такой вот прикольный. 27 бат стоит 3 упаковки. Морковка и апельсин и виноград. Сочетание, конечно, бомбическое. Советую попробовать. Что еще из интересного? Вот эта штука интересная. Это томатный сок. Так, нет, не это. Был тут немножко другой напиток. Тоже типа на помидор похоже. Но я его сейчас не вижу. А вот томатный за 55. Кстати, томатный сок я здесь пробовал. Он, если честно, такое себе. Мне не понравился. Ну и кому интересен рис, кто его очень так сильно любит, пожалуйста. По 5 килограмм, вот сколько упаковок здесь. Ценников я не вижу. Ни на одной упаковке. Где-то на стене, наверное. Нет, на стене тоже нету. А, вот есть. Одну увидел. 175 бат. 5 килограмм риса. Так, сейчас если даже переводить... Но вполне себе недорого. Так, ладно, давайте выходить. Мы тут немножко купили кое-чего. Кстати, карточки они не принимают. Будьте готовы платить наличкой. Если выйти с магазина, с правой стороны будет у них рынок. Там можно и фрукты купить, и морепродукты купить. Но сейчас уже смысла нет ходить. Сейчас уже время, сейчас уже там все разошлись. Это так, для ориентира. А так магазинчик хороший. Прям хороший магазинчик, и мы сюда время от времени приезжаем, что-то интересное тут всегда находим. На этом будем заканчивать. Всем до свидания.